Слушай, ну вот кто из них самый сильный? Ну, то есть дебелы по-любому. Не, ну он большой, чем больше, короче. Ля, он хотел закрысить, короче, пиво. Ага, в рукав именно уже сбил себе. Кто самый сильный из них, интересно? А вот этот, наверное, что метется. Ля на него, слышь ты, говорит, Вася. Ой, тут уже раздевается. Ага, тут вообще, короче, вялый тип. Тут ему, походу, по шмону дали. Опа, что-то намечается. А ну. Ля, опа. О, маленький, ля, ля. Вот это я попал именно на шоу. Давай, Вася. Ты шо? Рэк, я выиграю рэк в ТикТоке. Оп-оп-оп. Давай, давай. Ты шо, голем против Чопика? Ты шо, ну-ну-ну, двоечку давай-давай по-троещински. Да я же говорил, он беспонтовый, ля какой. Винили, что он крысанул пиво, ему что-то не понравилось, походу. И тут, ну давай, Вася, опа. Ты шо, ля, опять, короче, опять 25. Ну давай. Так в натуре дебелы просто, тут его одевают. Что за стриптиз именно в натуре? Фук, чик. А этот что, сидел на песочнице, мудрец? Это смотрящий, походу, за микрорайоном. Ты шо, какие драки? Прикинь, там уже именно по деснам поцелушки пошли. Ля, ля. Опа, ты шо, тут, короче, часть номер 3 вообще, прикиньте. Все, прихватили именно. Опа, этот давай быстрее тормозоль, прикинь, собирает. Батя натерпил, походу. Ну а шо он, прикинь? Ля, он, смотри. О, запшикивает, оля. На тебе.